Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Wabon Games. Что ж, друзья, чемпионат мира подошел к концу, победители определились, и теперь мы должны полностью переключиться на финал Национальной хоккейной лиги. Просто это, по-моему, последний турнир, который остался недоигранным в этом сезоне. Ну и в этом самом финале, как вы знаете, встречается Бостон против Сент-Луиса. На ваших экранах Владимир Тарасенко, который будет играть в этом самом финале, и куда его команда попадает уже в четвертый раз. Но при этом Сент-Луис за все финальные игры не выиграл ни одного матча. То есть у него статистика поражений 12 против 0. Будем надеяться, что в этом финале такого не повторится, потому что хочется увидеть борьбу. Это во-первых. Ну а во-вторых, я просто, друзья, на 36-й студии буду комментировать именно 5-й матч этой серии. И я очень хочу его прокомментировать. А если игра закончится со счетом 4-0 в пользу Бостона, то... или в пользу Сент-Луиса, то этой 5-й игры с моим комментарием вы не увидите. Ну да ладно, я уже пошел искать соперника. Естественно, как вы понимаете, сетевые буллиты сегодня сыграем и за Сент-Луис, и за Бостон. И надеюсь, что наши соперники выберут противоположные команды, и мы такое противостояние устроим с этими клубами. А также попробуйте вы у меня выиграть 500 рублей. Для этого нужно, чтобы я в серии до 2 побед проиграл. А вы перешли на мой инстаграм и под постом об этом ролике в комментариях сделали отметку одного из своих друзей. И если я проиграю, то рандомно выберу из тех, кто прокомментировал и отметил друга. Ссылка на мой инстаграм находится в описании. Ну а пока мы ищем, друзья, соперника, я хочу вам напомнить, что действующим обладателем Кубка Стэнли является мой любимый клуб Вашингтон Capitals, атрибутика которого надета сейчас на мне. Ну и где приобрести эту атрибутику, я думаю, вы помните. В описании всегда есть ссылка на этих парней, атрибутика Club. А у меня еще есть и прикольный промокод Wabon, который вам даст 15% скидку на приобретение любой вещи. Да, вот такого развития я не ожидал. Сборная Финляндии, теперь новый чемпион мира, будет в фаворе, возможно, сегодня. Первый соперник у меня именно эту команду выбирает. Ну да ладно, давайте попробуем против финнов побороться. Кстати, еще один прикольный факт, это то, что Сент-Луис, про который мы уже когда-то делали ролик в начале этого сезона, я думаю, многие из вас видели. Да ладно, Лайна положил мне как четко, а. Так вот, Сент-Луис в январе шел в Национальной хоккейной лиге на последнем месте. И сейчас эта команда вышла в финал Кубка Стэнли. Я, конечно, когда вспомнил об этом, был очень и очень поражен этому факту. Я забыл поменять камеру, мне нужно будет это чуть попозже сделать. Но сейчас я попробую все равно забить. А, нет, я даже броска не могу сделать, потому что мне очень неудобно было это сейчас делать. Настройки. Соперник ждал меня, походу, спасибо ему за это. Ну, мы ловим. Ладно, надеюсь, сейчас второй буллит нормально исполним. Стин у нас с шайбой. Высоковатую я чуть-чуть камеру поставил, но гол все-таки мы забили. Гол забили. Раск. Раск, кстати, голкипер Бостона. Именно он будет главной, как мне кажется, проблемой для Сент-Луиса. И пробить его в этом плей-офф мало кому удается. Но, во всяком случае, много шайб он не пропускает. И для меня это претендент номер один на MVP плей-офф. Парков, его буллит против Беннингтона, молодого супер-дарования, который сейчас пропустил эту шайбу. Если вы забыли, то финал начинается сегодня ночью, и как раз-таки сегодня можно уже начинать поддерживать одну или другую команду. Урали положил голкипера, просто красавчик.
Но первая игра будет у Бостона дома, поэтому болельщиков Сент-Луиса мы только в третий, четвертый и, возможно, в дальнейших матчах увидим. У них там, конечно, классная атмосфера. Так, 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 так. Вот, на месте Беннингтон. Так, Шейн. Что, есть, кстати... Шанс закончить это все! Нет, это еще не конец, по-моему, но какой классный буллит у меня сейчас получился. Посмотрите, как четко попал. Раску прям под неудобную руку. Красавчик. Себастьян Ахо, он уже вылетел из Кубка Стэнли. Как раз таки от этого самого Бостона. Ну, Ахо забивает. Что за дикая серия? По-моему, лучшая в этом сезоне. Так давненько мы не, скажем так, не упирались с соперниками. Шварц, его буллит, вот теперь точно можно все закончить, но нет, не смог чуть-чуть обыграть голкипера. Выскочил он, и шайба под Раском не прошла. Дополнительные буллиты нам уже понадобились, это, конечно, интересно, ух ты, он меня переиграл, но не смог вовремя еще клюшку завертеть туда в ворота. Да ладно, ха-ха, блин! Был же угол открытый. Сумасшедшая, просто сумасшедшая серия. Друзья, уже лайк ставьте за нее, потому что невероятно сложно с этим соперником бороться. Ну что, Петранджело, давай ты, пожалуйста, братец ты мой родной, забей. Да ладно, я же уходил в сторону, ну как так? Не получилось у меня сейчас, надо было еще чуть вправо уйти. Так, следующий... Булит, ой-ой-ой-ой, не надо меня так пугать. Это сейчас было похоже на последний бросок Чехов, да, против нас. Когда он прям куда-то уже уехал. Все равно опасно получилось. Бозок. Нах, зря, нет, зря. Вот сейчас вот действительно не надо было этим щелчком пытаться. Надо было убрать замах, наверное. Точно прям в ловушку прилетела Раску. Это шайба Койву, его булит. И опять он чуть-чуть не завернул. Что ж, поначалу мы очень много забивали, а теперь много промахиваемся, не реализовываем свои шансы, а я забью. Да, положил, да, сделал, да, вырвал. Болевая победа в первой серии буллитов. Сумасшедшая она какая-то получилась. Еще плюс с этой камеры, которую мне пришлось переключить. Но, друзья, в любом случае, в первой серии я оказался сильнее. И идем искать второго соперника. Да, друзья, Бостон-то я выбрал, но наш соперник берет Коламбус Блю Джекетс. Но посмотрим, может быть, мы ему сейчас проиграем, а в третьей серии уже у нас будет совпадение по финальной серии. Этот Коламбус Бостон уже проходил, и мы с вами следили за этой прекрасной серией. Ну и Раск сейчас в полном порядке. Пастерняк, и, конечно, друзья, как мне кажется, Бостон все-таки будет фаворитом в этом финале. Пастерняк отличную шайбу забивает. А как вы думаете? Пишите в комментариях, за кого будете болеть и кто, по вашему мнению, окажется сильнее. Бостон или все-таки Сент-Луис? Панарин, его попытка. Смотрим, что сделает Артемий. Нет, на месте раз. Криэйчи, его буллитик. Что он... покажет нам, ахахахаха, чуть мимо ворот, бросок одной рукой, не совсем получился у форварда Бостона. Следующий бросок, и ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот так вот счет сравнивается. Маршат, наш любимчик в кавычках, но забьет, просто поймал на ложном замахе Бобровского и ничего не смог российский голкипер сделать. Аткинсон уходит куда-то очень глубоко, бросает Раск на месте. Ну и один из главных лидеров Бостона, Бержерон. Сейчас, наверное, надо за... не хватило расстояния, понимаете? Воткнулся. Че я сразу здесь не бросил, когда он уже лег? Не знаю, хотел с неудобной, короче. Нэш, его попытка, бежит. Да как? Как шайба проходит между ног у Раска, я не понимаю. Что ж, друзья, сегодня, походу, самые напряженные серии буллитов за весь этот сезон. Такая борьба, просто на волоске все держится. Ну что, клюшка CCM Jet Speed поможет обыграть Бобровского? Да, ну потому что ложится, ну ложится, я жду уже этого и, естественно, не могу не забить победный буллит.
Классные, просто очень классные серии буллитов у нас сегодня получились. Победа за мной со счетом 2-0. Ну а кто победит в финале Кубка Стэнли, Бостон или все-таки Сент-Луис, мы с вами увидим уже в течение ближайших недель. Поэтому, друзья, давайте радоваться хоккеям. Не забывайте подписываться по ссылочкам в описании на все соцсети, которые связаны со мной. И также поставьте лайк под это видео, чтобы следующая серия сетевых буллитов не заставила себя долго ждать. Вам спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока!